Молодая команда «Захват» трудится, не покладая рук. Девчонки надеются победить в чемпионате мира по фитнес-аэробике. Соревнования стартуют 2 декабря в российском городе Дубна. Мы можем делать шоу. Все-таки, когда девчонок настроить хорошо, это очень важно. Вот именно в таком эмоциональном виде спорта, фитнес-аэробика, нам нужно же каждый кусок, каждый стиль отыграть разными эмоциями. Эта команда из города Егорьевск будет соревноваться в номинации хип-хоп. Для победы нужна сложная постановка, которая включает как можно больше стилей. Но молодым спортсменкам не привыкать. В этом году они уже победили на чемпионате России. Мне нужно, чтобы ребенок был фанатом того, что он делает. Если он фанат, то у него всему остальному можно научить. Тренер Марина знает девочек с 5 лет. Кроме фитнеса, она следит за их успеваемостью в школе. На тренировку пускают только тех, у кого с учебой все в порядке. Человек, который как вторая наша мама. Она нас и может понять и послушать наши проблемы. Она даже не как тренер, а как друг. Кульминацию номера «Прыжки в стиле Димы Билана» девочки придумали в последний момент. Фитнес-аэробика – один из самых безопасных видов спорта. Получить травму здесь почти невозможно. Чемпионат пройдет при поддержке правительства Московской области. Почти в каждом городе в Московской области есть фитнес-центр. Мы получаем здоровую нацию, здоровое общество. Люди, укрепляя себя физически, на самом деле укрепляют свое духовное состояние, моральное и нравственное. Россия впервые примет у себя чемпионат мира по фитнес-аэробике. В прошлом году он проходил в Сербии, а в следующем – на Карибах. В этот раз за звание сильнейших будут соревноваться 1200 спортсменов из 30 стран мира. NTD, Москва, Россия.